Всем привет, с вами Прия. Необычная доска, правда, но не пугайтесь, это не ваша бывшая, это доска с ювелирными фигурами. Собственно, суть в том, мы сейчас будем выполнять такое достижение, как профессиональный сдвиг. Нам нужно получить 250 тысяч очков в результате этой мини-игры. Когда я ее выполню, разумеется, я, само собой, расскажу, как вообще, что, откуда эту игрушку получить и, ну, каким способом вообще это дело делается. Очень сложно, на самом деле, нужно проявлять некоторые логические способности, скажем так. Вот, надо думать. Испытания, скажем так, не из легких, знаете ли. Вот я сейчас потерялся уже чуть-чуть. И вот что мне делать? И что? По идее, есть где-то те фигуры, которые я могу передвинуть и замкнуть. Вот. Так, дальше. Крабиков двигаем. Мне подобных. Вот так делаем. Так, теперь элементалика. Теперь зайца. Крабика. Теперь зайца. Типа, игра предполагает себе то, что вы всегда... Сделайте такой шаг для получения цепи. Но что-то я его опять не вижу. Под последние вот 20-40 тысяч я уже не могу особо проанализировать, какие действия мне нужно делать. Очень сложно, если честно. А вот. Ну, сложно, сложно, понимаете. ICQ мало, просто вот и не могу сделать по-нормальному. Все, сейчас ачива скоро будет. Ждите этого момента. Все. Получили 250 тысяч очков в одной партии мини-игры для ювелиров. Отменяем это дело. И как бы все. Видели, да, маленько? Доска перемещается за нами. Суть в том, то, что даже реальные игроки могут вам ее запортачить таким образом, что типа вы не сможете видеть ее. Суть вот в чем. Получается так, что эта игрушка достается с ювелирного крафта, камень крафт. По-моему, на 800-м навыке только можно получить этот рецепт. Крафтится из обычных трех синих камушков различных, да, и 10 инфернальной серы. Крафтится, изучается, изучается абсолютно хоть кем. Суть в том, то, что крафтит именно ювелир, пользуется хоть кто абсолютно. Открываете в окне игрушек и... Делайте все тоже аналогичное. Управление идет как левой кнопкой перетаскивания фигур, то есть клик по фигуре и повторный, потом клик по другой фигуре, так и правой кнопкой. Все это дело вполне воспринимается. Как говорится, всех вам благ, дальнозоркости вам в этом плане, потому что ну, это классно, на самом деле, увидеть все эти фигуры и достаточно быстро сделать. Я сделал за 11 минут. Если сможете быстрее, я буду только рад за вас, на самом деле, честно. До скорого, как говорится, и найдите себе ювелира, который вам это дело скрафтит. Ну или просто купите на ауке. Камень, крафт. Вот он, еще раз показываю. Юзается хоть кем. До скорого.